Всем привет. Всем привет. Мы идем завтракать. Вася, одевай ее тебе. Сейчас, секундочку. Пойдем мы на завтрак. Ой, я ж закрылась ночью, чтоб нас никто не украл. Видите, как мы удобно. Вот здесь вот сразу бассейн и душ, и все. Сегодня вам покажем, но чуть попозже. А пойдем сейчас завтракать. Такие номера. Ресторан на первом этаже. А вот бассейн на втором. Так странно. Удобнее же на первом, чем такую глыбу воды держать. Вообще народу много. Думала, поснимаю вам сам стол, но неудобно. Есть шашлыки, каши всевозможные. Что выбрали мы? Там много фруктов всяких, нарезка всевозможная. Мы выбрали яйца, блинчики и бутербродики. Вот такое масло. Кофе. Ты кофе мне совсем мало налил, Вася, не напьюсь. Все, приятного аппетита нам. Набрали, мы с роду этого ничего не съедим. Ну, все равно, дальше уже что-нибудь другое попробуем. Другие яйца. Они так красиво пожарены. Я Вася говорю, ты тоже научись так. Вот видите, какая я, да? Не самой научиться, а Вася говорит, вот ты научился. Смотрите, принесла Вася я. А кофе всевозможные вот такие вкусняшечки. Они такие маленькие. Попробуйте. Ресторан называется «Лаваш». Как-то не очень, да? Название. Но сам он очень красивый. На самом деле все было очень вкусно. Я фрукты съела с кофе. Смотрите, сколько кофе у нас. А там наливается вот стулечко. Вот такое вот малюсенькое. Но зато мы попробовали разные. Вот у меня сейчас американо. Он прям вообще крепкий. Мы уже вчера с Настей разговаривали, что кофе сейчас такой дорогой. Мы больше его покупать не будем. 800 рублей пачечка. Капец какой. Надо выращивать цикорий и цикорий сушить. Надо не выращивать, а можно купить цикорий и пить его. Я одно время пила, но потом все, вот знаете, бывает, что-то ешь, потом уже все поперек горла. Я цикорий пила, наверное, года два, как только мне диагноз поставили, я пила цикорий. Но потом не могу больше все, не могу, ну бывает такое. А почему-то яйца едим. Надоедает. Ай, ладно. Что такое? Смотрите, здесь можно кофе, наверное, тоже попить. И выпивка всевозможная есть. Такая картина. Между прочим, столы заняты все. В ресторане народу много. Идут еще и раньше, наверное. Люди приходили. Тут можно отдохнуть. Красотень, лепотень. А мы пойдем сейчас будем искать, куда нам пойти, где отдохнуть. Слушай, Вась, пошли по лестнице? Галерея звезд. Это что, кто тут был? Сергей Лазарев, Лена Летучая. Вот точно, они тут были, и мы тут были, прикиньте. Во сколько звезд. Ханна. Лариса Дубина.
На Новый год какой-то приезжал. Оттуда вот. Остальное мы не можем. На, и вот это что-то говорит. На, случайно. Я тебе что я сказал, что... Много было звезд. Соколовский. Все, мы пришли. Ой, папка, открывай, где? Не пускай. Нет. Вот, а то меня не пускают. Все, мы на втором этаже. Пойдем в номер. Мы сейчас пойдем искать остановку. У нас просто вагон времени еще. Мы пойдем на концерт, сходим в 4 часа, а время где-то 11:30. Ну, мы еще где-нибудь погуляем, походим. Да, папка? Вот тут у нас машина стоит. И поэтому пойдем мы сейчас на остановку. Можно было бы такси вызвать, ехать... Не знаю, на такси, наверное, минут 5. А пешком идти 35. А у Васи ноги натерты. Пятки там. Короче, пойдем мы остановку искать. Видите, как шумно. Как шумно в городе. Язык до Киева доведет. Смотрите. Мне женщина сказала, как ехать. Это чтобы мне не забыть на обратном пути. Запомнил остановку? Да, улица Гоголя. Ага, улица Гоголя называется. И мы сейчас пойдем Красную улицу искать. Я вообще не умею вот так телефоном пользоваться. Я когда сюда приезжаю, мне Алина заказывает такси, туда-обратно, водит. Вот сколько меня учили, бесполезно, не пойму никак. Вася так любит фотографировать всякие дома. Такие растения, он все подряд фотографирует, потом в этом выкладывает, в Телеграм, и Инстаграм еще. Инстаграм не работает. А, не работает? А, значит, Телеграм. Что, нам туда? А, ну пойдем. Много вот старинных домов. Видите, он там закрытый, отреставрировать бы. Смотрите, как приятно пройтись. Прохладненько, на солнце жарко. Но это еще жары на самом деле нету, где-то плюс 20. Но все равно так приятно. Вот здесь вот идти под деревьями. Вот мы дошли. Краснодарская филармония. И вот мы пойдем на этот концерт. Он называется «Наша Родина Кубань». По-моему, так вот называется концерт. В общем, сюда мы пойдем. А пока мы тут вокруг где-нибудь походим. Рядышком. Чего сидеть в номере? Улица Красная. Мы буквально недавно только с детьми тут ходили. Ну и вы это тоже все видели уже. Зашли мы немножко прогуляться здесь, среди подарков. Какая красота. Часы всякие. Ну я не смогу носить, я люблю часы. Но я их постоянно буду снимать, у меня были как-то. Постоянно готовишь, моешь, и мне часы всегда мешают. Так же, как и кольца. У меня есть и обручальные, и такие. И все лежат. Я вообще не могу их. Не привыкшая. Кто-то мне там все смс-ки присылает. Книжки надо детям посмотреть. Игрушки всякие. Здесь, скорее всего, вечером очень красиво.
Потому что все рестораны с подсветкой, в которую мы проходили. Мы сейчас пойдем в парке посидим. Сейчас прям очень хорошо. В смысле погоды. Не слишком жарко, совсем не холодно, ветра нет. Красота! Деревья, смотрите, какие свеженькие. Воду допил? Вон там фонтаны. Погуляем здесь. Вась, как парк называется? Екатерининский? Смотрите, там какой-то дом старинный. А вот там вон часовня какая-то, что ли. Сквер имени Жукова. А, Жукова? Я думал, ты говорил Екатерининский. Дальше туда. А. Вот детям тут можно отдыхать. Правильно я подумала, это часовня Александра Невская церковь. Ну, зашли, поставили свечи за упокой, за здравие. И там никого нет, она открытая. Свечи лежат, пожалуйста, сам бери, хочешь, денежку вноси. Никого нет. Зашли, красиво внутри. Конечно, мы снимать не стали. Пойдем где-нибудь посидим, да, Вась? Мы с Алиной были хлебные истории, немножко туда подальше. А с Васей мы решили зайти вот сюда, сыроварня. Деревенский ресторан. Так, сырники всевозможные, салаты с сыром. Ничего себе, все с сыром, пап, прикинь. У нас еще час до концерта. А это не то. Вот так вот надо смотреть, только тут. Что ты будешь? Кофе. Кофе? У меня чай. Там горчиха похожа. О, какого он цвета получился. А у Васи другой. Я, честно, не запомнила название, как он у него называется. У вас горячий чай. Это пуэр. Пуэр. Василий Владимирович будет пить пуэр. Сейчас еще нам пирог принесут. Пуэр пьешь, пуэр. На что похож-то? Не правда, не скажу. Сейчас, вспомню. А у меня вот чистый чай из гречки. Вот даже вкус и запах такой. На иван-чай похож. Иван-чай? Немного привкус карамели, немного привкус. Вот знаете, пахнет жареной гречкой. Ну, как-то необычно. Китайский чай, пуэр, а у меня гречишный. Самое главное, знаете, он не обжигает. Интересно. Вот, смотрите, пирог со свежей голубикой. Одна выпала. Я голубику съем, остальное, Василий Владимирович. Вкусно? Очень вкусно. Такая голубика крупная. Интересно, откуда ее привозят? Но она видно, что она не замороженная. Ее не замораживали. Видно же, да? Вкуснота. Мы научились уже выращивать зимой. Может, и да. Попробовала я Васин пуэр, ну реально как будто сено. Ай, не могу. Непривычно ему к этому. Ну пирог, конечно, восхитительный, но чай как будто из сена. Смотрите, как оформлен вход в ресторан.
солома. Нет, современная кавказская кухня написана. Это все-таки кухня. Вот рыбный клев. Как-нибудь зайдем сюда. Я каждый раз на него смотрю, на этот рыбный клев. Так ни разу мы и не зашли. Хотя нас, видишь, он человек приглашает. Выставочный зал. Ладно, мы сейчас с Васей тут походим, посмотрим, а то, может, нельзя снимать. Филармония. Сейчас вам немножко покажу, как это все красиво выглядит. Очень красиво. Ковровая дорожка. Я последний раз в филармонии была в Томске. Нам там в училище постоянно выдавали бесплатные билеты. Мы где только не были. Так, нам, по-моему, наверх, Вася. Нам на повыше, да. А вообще, знаете, я искала, искала и ничего не могла найти. Настя нашла нам и оплатила нам билеты. Все, сейчас пойдем здесь. Там, наверное, не разрешат снимать сам концерт. Я вам только так вот покажу немножко. Видно, там видно, люди заходят. Много людей, много. Вот как все красиво. Тут, наверное, проводят какие-нибудь важные встречи. Нет, люди туда прошли.